Во многих странах 1 июня дискутируют о правах и благополучии детей, показывают новые детские художественные фильмы, проводят массовые развлекательные и культурные мероприятия, часто приглашая к участию и родителей. В Севастополе этот день отметили с большим размахом. Масштабное мероприятие собрало около 700 человек из сел и поселков – Кача, Суворовка, Вишневая, Орловка и Полюшка. Среди приглашенных главными зрителями были, конечно же, дети. Забавные клоуны и ростовые куклы Салливан, Майк и Губка Боб фотографировали и развлекали собравшихся. Организатор детского праздника – Качинское муниципальное образование. Поздравить же детей в этот день пришли представители правительства Севастополя, командование воинской части Качинского гарнизона и местное руководство. В детях наше будущее. Дети, вам прекрасного праздника, доброго здоровья, удачи вам, всего самого лучшего и прекрасного лета. Взрослейте! Юных зрителей и их родители поздравили хореографические коллективы и вокальный ансамбль «Севастопольские чайки». Кроме того, в концертную программу детского праздника вошли разнообразные игры и загадки. Главная особенность состоявшегося мероприятия – сплочение всех поселков, считает председатель Качинского муниципального округа Николай Герасим. Мы собираем все деревни вместе. Таких событий еще не было. Как бы это будет особенность основная, дабы объединить наши поселки, чтобы впредь чувствовали, что это одно целое. Муниципальный округ Качин. Защита сейчас, чтобы не было войны. Это основное. И чтобы наши дети не знали, что такое взрывы и все остальное. И чтобы росли, учились во всех благах, чтобы им было хорошо. И были достойными продолжателями их родителей. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки обозначают разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре – это символ нашего общего дома. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Этот праздник солнечный, наполнен радостью и теплом, потому что дети – это наше будущее, наше настоящее. Это беззащитные маленькие, замечательные жители, граждане нашей страны. Наши дети – это наше будущее и воспитаны именно на всем прекрасном и приятном. Это замечательное будущее нашей страны. Участники праздника желали друг другу в этот день мира, удачи, радости и счастья. Мира во всем мире, и чтобы исполнялись желания. А родителям я хочу пожелать, чтобы они и дальше рождали таких детей хороших. С 2013 года первый день лета – это еще и Всемирный день родителей. Именно они несут ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности происходило в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. В конце праздника юных зрителей ждал сюрприз – запуск шаров желаний. Это значит, что желание каждого присутствующего ребенка непременно сбудется. Ирина Варава, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.